Итак, друзья, всем еще раз привет. В общем, ребят, блин, помыл мотик, и сейчас я в мастерской. А сейчас я вообще планировал быть вообще на дороге и просто покататься. Но, блин, покатушка не удалась. Знаете, по какой причине, ребят? Так, в общем-то, ребят, так-то мотик у меня чистый. После вообще конкретной мойки он у меня проехал всего лишь две покатушки. Я съездил это на закрытие мотосезона и еще разочек прокатился, и все. Ни дождь, ничего подобного, вообще не катался в сырость. В общем, ребят, вот как-то так, маленечко пыльный. И, ребята, нужно перед зимой обязательно промыть цепь. Я промываю соляркой. Сейчас промою цепь перед зимой и смажу ее. До этого, когда я промывал, я проехал уже порядка, наверное, не знаю, 500 километров где-то так вот проехал. Я считаю, нужно промыть, освежить смазку, и чтобы в зиму она стояла прям хорошо. Вот, ребят, как-то так вот. Ну, в принципе, еще хочу прокатиться, да? Хочу прокатиться вот сейчас. Сегодня, блин, уже завершающий день. Потом погода вообще будет трэш. Даже снег вообще уже обещают, блин, завтра. Вообще жесть. Пока сухо, нужно будет прокатиться, скорее всего. Чуть-чуть прокачусь, хотя бы километров, не знаю, 20, блин, чтобы, блин, у меня уже руки трясутся, пацаны, вот видите, не могу. Скорее бы прокатиться, блин, ребята, не могу уже, все. Подкатик самодельный, вообще вещь, блин, классный, короче, подкат. Надо вот здесь маленечко усилить его, здесь вот, и вот здесь вот, и ручку сделать. И будет вообще круто. Можно такие даже делать на продажу по 1500, грубо говоря. Ну, почти себестоимость. Себестоимость рублей, наверное, 500, может быть, выйдет там с краской. Вот. И все, ребятки. Короче, вот мысли такие. Все, буду работать, а то скоро стемнеет. Все, друзья, в общем, как мог, так и отмыл. Потратил час времени. Старался вообще все промыть. В том числе и вот здесь, вот где... ведущая звездочка, здесь везде под пластиком все промыл, зубной щеткой подлез под ножку, ножку, то есть везде все промыл, даже здесь помыл, вот этот карман такой для мусора, блин, все везде поотмывал. Так, что, отполировал, кстати, хагер, защиту цепи тоже отполировал, дисочки тоже маленько полирнул, полиролью. Вот, ребят, остается только смазать. И, в принципе, все. Кстати, полирую вот такой вот полиролью. Очень хороший полироль. Ей брызгаешь, ждешь минут 10. 10 минут прям надо ждать, прям 100%. И потом растираете тряпочкой, и пластмасса становится вообще такая глянцевая, хорошая. Наконец-то все отмыто. Ну, в принципе, это и было отмыто. 500 километров назад было так же чисто. Вот, ребят. Маленечко наполировал мотик. Движочек, пластик, здесь у приборочки все отполировано тоже, сейчас полирну. Сейчас что мне остается? Помыть передний диск. Он у меня, в принципе, чистый, но это просто пыль вот от накладок тормозных. Тут надо будет тоже все помыть. Радиатор у меня чистый, в принципе, мошек уже не было. Буквально пробег 500 километров после мойки керхером. Я тут все брызгаю. Знаете, я брызгаю не реагентом. Вообще, я мою мотоциклы без реагента. Я мою мотоциклы чисто шампунем с присадками против коррозии, против окисления. Все. Я вот эта вот химия, которая моет автомобиль, я мотоцикл вообще не мою. Потому что она на алюминии действует. Алюминий начинает окисляться и так далее. В общем-то, очень плохо. Вот, ребят, кому интересно, кстати, про файр. Вот воздухозаборник. Вот. У меня здесь заслоночка снята, привод удален, полностью все заглушено. ЕГР заглушен. В общем, мотик дышит свежим воздухом. Я аж начинаю запинаться. Блин, тороплюсь. Сейчас уже, блин, 4 часа, через час уже будет темно. Мою я вот таким образом. Чтобы с каждого отверстия промыть вот эту вот пыль, износ. Тормозных накладок, ребят. Любите свою технику, а не только ездите на ней. Также мою суппорта перед зимой, чтобы всякая грязь, всякие мушки и тому подобное, чтобы, в общем, было все там чисто.
Если у вас нет возможности прокатиться, то обязательно продувайте все сжатым воздухом. В принципе, ребятки, поставлю мотик уже на зимовку. Сниму аккумулятор, заряжу его и уберу, блин. И все, в принципе. Зимой мотоцикл заводить не рекомендую. По одной простой причине. Так как в двигателе будет образовываться конденсат. Если посмотреть вот смотровое окошко, где масло. Если вы его заведете в минус 5 или в минус 10, он у вас поработает на протяжении даже 5 минут, там 10-15, да даже полчаса будет работать, вы подумаете, все, вы его прогрели. Нет, ребята, у вас в движке будет много конденсата. У вас окошко вот это вот запотеет, и чтобы вот это вот отпотевание конденсат убрать, это нужно, чтобы мотоцикл, чтобы вы прям въехали на мотоцикле по дороге со скоростью, ребят, чтобы он работал прям нормально, а не на холостых. На холостых это не удастся. Ну или очень долго он будет работать, что не есть хорошо для свечей зажигания. Ну что, ребят. Мне, ребят, пришли, кстати, вот попозже, наверное, покажу. Видите, у меня есть отверстия такие заводские. Ну, кое-какие заводские, кое-какие нет. А, пришли такие маленькие габаритики с робоскопа, красные. Их подключаешь параллельно к габариту, и они моргают. Знаете, как на современных мотоциклах уже 2000 какого там года уже, я не знаю. Ну, в общем, на BMW S1000 RR задний стоп-сигнал, задний габарит, он постоянно вот так вот моргает, мерцает. И вот эти вот тоже постоянно мерцают, что делает мотоцикл более как бы привлекательным в плане то, что водители, которые едут сзади, они тебя увидят. Вот просто некоторые не видят мотоцикла, вот, ребят, как бы для вашей же безопасности. В общем, пойду кататься, включусь, подписывайтесь на канал, ребят, и всем спасибо за лайкосики, всем от души, друзья.